Как у тебя маму зовут? Оля. А папу? Батя. Сережа. Не, батя. Батя, да? А деду как? Миша. А бабу? Витя. А еще одну бабу как зовут? Лена. Лена? Да. Кем ты хочешь быть, когда вырастешь? Шлюхой. А что такое это слово? Никакое, это просто глаз. Не, ну что значит это слово? Не знаю. Шлява. Эй, па, давай потанцуй, включи. Назови человека, который шьет. Шлюха. И что, чем она занимается? И как она называется? Что тут делаем? Какаю. Какаешь? Да. Ну и как какается? Там жопа какает. Кто какает? Толосиночек. Как ты только что сказал, какает? Я сам какаю. Папа, пожалуйста, отойди здесь какашками воняет.